Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу, как я буду делать контр-обрешетку и обрешетку в крыше над пристройкой. Для контр-обрешетки будет использован брусок 40 на 50, а для обрешетки доска 120 на 25. Перед тем, как ее монтировать, я обработаю ее антисептиком. На брусок буду крепить уплотнитель из пененного полиэтилена. Уплотнитель нужен для того, чтобы герметизировать соединение между бруском и гидроизоляционной мембраной. Контр-обрешетка готова, уплотнитель закреплен, а также обрешетка обработана антисептиком. Теперь можно приступать к их монтажу. Если на доске для обрешетки есть кора, ее нужно удалить. В противном случае там может завестись короед. Закрепил я контр-обрешетку. Этот брусок сначала крепил на гвозди, но гвозди из-за уплотнителя плохо прижимают брусок, поэтому решил крепить сначала на саморезы. Желтые оцинкованные, они хорошо прижимают брусок. А потом после крепления обрешетки пройдусь еще гвоздем. Будет у меня такое комбинированное крепление. Сейчас сделал разметку по бруску, вот, под обрешетку, и будем крепить сейчас обрешетку.
когда прибивал обрешетку в одном из мест, вот я промахнулся и гвоздем пробил мембрану. Поэтому сейчас я буду отрывать вот эту доску и заклеивать дырку, которую я сделал гвоздем. Клеить буду на двухсторонний скотч и вот такая заплатка. Вот так я заклеил дырку от гвоздя. По краю стены закрепил вот этот брусок, чтобы прижать гидроизоляцию. Обрешетка к этому бруску не крепится. Брусок закрепил на саморезы газоблоку. Его взял по высоте на 1 сантиметр меньше, чем контрбрусок, чтобы в процессе усыхания стропил и бруска этот край крыши не выгнуло вот так. Измеряю диагонали. Вот в этом конце с помощью самореза я закрепил рулеточку вот так. И меряю вот сюда. В этом углу я сделал разметку. Вот линия возле рулетки. То же самое с той стороны сделал разметочку. И с этой стороны я закрутил тоже саморез. Сейчас проверю диагонали. Если есть расхождение, буду их равнять. То есть буду вот этот саморез и то есть с той стороны перекручивать либо в эту сторону, либо в ту. С помощью шнурка сделал разметочку карандашом. Вот видно. И теперь возьму циркулярную пилу и пройдусь и обрежу выступающие части обрешетки. Обрешетка подрезана. То же самое я проделаю и с той стороны. Теперь я к обрешетке закреплю вот эти два бруска. В будущем к этим брускам будет крепиться подшивной материал с веса кровли. Брусок закреплен, крепил его на желтые оцинкованные саморезы. В этом месте брусок заходит на доску, к которой крепится капельник. Вот сделал на бруске такой запил и завел на доску. Контр-обрешетка и обрешетка смонтированы. Пока что я крепил на пару гвоздей и пару саморезов. Сейчас все это дело капитально зафиксирую. Буду крепить вот на такие желтые саморезы и на такие винтовые гвозди. Забью в каждую доску по два гвоздя и по одному саморезу. Здесь тоже гвоздь и саморез. Возле стены я оставил здесь место для утеплителя.
То есть утеплитель будет до обрешетки, где-то не доходить сантиметра два. Вот так я закрепил обрешетку и контрабрешетку. Все подготовил для монтажа профлиста. Шаг обрешетки 300 миллиметров. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.